Самый лучший способ заткнуть BBC. Если его упомянуть и сказать, а вы журналисты и беспокоитесь о журналистике. Вы беспокоитесь о честных и независимых историях. Почему Ассанж в Белмарше? Очень интересно. И что они отвечают? Они не отвечают, они пытаются сменить тему. Они всегда это делают. Я сделал это. Я украл это у президента Азербайджана. Он начал это. Я видел это. Да, это великолепно. Ты знаешь его, Алиева? Нет, но я видел достаточно интервью с ним, чтобы он мне понравился. Мне тоже. Могу ли я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Это проявление свободы печати в вашей стране? Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность. По сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати. Вернемся к конфликту. Да, было бы хорошо, если бы вы вернулись к конфликту, так как это вам не нравится. Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, посмотрите, прежде чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему? Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему? Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности.